Ставрополе в Северо-Кавказском федеральном университете прошло расширенное заседание рабочей группы по разработке проекта концепции подготовки учителя словесности и его профессиональной аттестации общества русской словесности. На заседании приняли участие заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Юго-Остинского государственного университета Манана Магрезовна Парастаева и преподаватель кафедры журналистики Алена Кочеева. Модераторами расширенного заседания рабочей группы проекта по разработке новых концепций в помощь учителям словесности были проректор Московского государственного университета Татьяна Картава и профессор Алина Левицкая, также от Северо-Кавказского федерального университета доктор филологических наук Вячеслав Ходус. Для нашего университета такое мероприятие имеет, конечно, очень важное значение. Дело в том, что в Северо-Кавказском федеральном университете обучаются ребята, которые представляют 86 национальностей, в том числе, конечно же, все северо-кавказские республики. И поэтому такое мероприятие, которое проходит под эгидой общества русской словесности и Российского совета ректоров, очень важно. Здесь сегодня присутствуют представители 16 субъектов Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. И мы очень рассчитываем на то, что в процессе обсуждения как раз будут выработаны единые подходы, направленные в том числе и на подготовку и разработку учебников и учебно-методических комплексов по изучению русского языка в национальных школах, в национальных регионах. Потому что, начиная еще со времен Советского Союза, у нас была одна из самых сильных школ, направленных на подготовку учителей русского языка и литературы именно в национальных регионах нашей страны. Мы очень рассчитываем, что вот это мероприятие станет одним из первых, но в то же время позволит нам успешно развивать и обучать и русскому языку, и русской литературе, потому что именно русский язык скрепляет все многонациональные наши части нашей страны. От имени Общества русской словесности, от имени Московского государственного университета по поручению Российского союза ректоров я приветствую коллег из Юго-Осетинского университета на нашем расширенном заседании рабочей группы по подготовке учителя-словесника и по повышению квалификации по подготовке кадров по аттестации учителя-словесника. Мне представляется, что все проблемы, которые ставят перед нами и Общество русской словесности, и Министерство науки и образования, должны решаться сообща, учитывая сложную культурную и языковую ситуацию на просторах Российской Федерации. Руководитель делегации Южной Осетии Манана Магрезовна Парастаева после основного расширенного заседания была приглашена для участия в работе первой секции по проблемам межязыкового взаимодействия и межкультурной коммуникации. Для нас сегодня очень важный день в Северо-Кавказском федеральном университете. Сегодня состоялось заседание рабочей группы по формированию общих тенденций к изучению вопроса подготовки словесника и его аттестации. И сегодня очень важный вопрос обсуждался. Это создание УМК для школ, где русский не родной. Мы были в Южной Осетии. Мы знаем, что ситуация здесь несколько иная, что русский язык изучается по русским учебникам. Но вот зона билингвизма, которая есть в Южной Осетии, конечно, для нас очень важна. Я думаю, Южная Осетия найдет свое применение, найдет свое начало, которое вот в сегодняшних решениях также будет приобщена к ним, потому что формирование хорошего, устойчивого курса на обучение русскому языку и литературе в Южной Осетии – это приоритетная задача. Мы знаем, что у вас очень сильные педагоги, но есть задача формировать нового педагога, молодого педагога, привлекать кадры. Тоже об этом неоднократно говорилось. Мы надеемся, что вот именно с Южной Осетии эта работа будет продолжена. Откровением для многих присутствующих стало в выступлении Мананы Магрезовны сообщение о Гайто Газданове как лучшем прозаике сегодняшнего дня, как о фактическом зачинателе русского постмодернизма. Своими мыслями и впечатлениями о значимости мероприятий такого уровня и размаха поделилась Манана Магрезовна Парастаева. Бывает, когда стратегические способности твоего руководителя идут в унисон с тактическими его талантами, образуется такой прорыв организации, о котором начинают говорить все. Каждый год Юго-Осетинский госуниверситет находит возможность такого высокого о себе разговора. 10 февраля в Ставрополе состоялось расширенное заседание ученых
относительно новых концепций присутствия России, русского слова и русской литературы в национальных школах. Наш ректор получил именное приглашение, предложением послать туда специалистов, и мне выпала замечательная честь присутствовать вместе с коллегой, журналисткой Кочеевой Аленой, на этом представительном совещании. И хочу сказать, что впечатления замечательные. Я нередко присутствую на такого рода мероприятиях всесоюзного, всероссийского значения, но то, что состоялось в Ставрополе, удивило полностью. Постоянно звучали давно забытые маркеры, которые касались межкультурных связей, взаимодействий, взаимоконтактов народов. Долгое время этих слов не было в нашем обиходе. Мне очень понравилось горение и желание проректора МГУ Куртава Татьяны Владимировны, которая, собственно говоря, надеялась, и правильно надеялась, на то, что умы северокавказских ученых, ученых из Татарстана, Башкирии, Якутии и так дальше, очень представительное было совещание, позволит насытить новыми пособиями, учебниками и просто анализом срезов вот этих событий в русском языке и в русской литературе. Ассоциация ректоров – это грантообразующая ассоциация, которая может поддерживать национальные школы и вузы в их поисках в срезе взаимных контактов и взаимных обменов. Что еще было замечательно? Это обилие молодых докторов наук. Это отсутствие амбициозных мотивов в этих встречах. Очень теплые и распахнутые отношения между людьми. И если до сих пор литература была ареной идей, сегодня мир изменился, и сегодня литература – это та часть духовной жизни, которая идет во след языку. Об этом стали говорить Мандельштам, стали говорить Бродский, и теперь говорят открыто об этом ученые-лингвисты. И если созревает новая стезя у человечества, то слово, отданное душе, нуждается в заботе огромной, огромным богатством мы располагаем. Город Ставрополь для меня оказался просто сакральным городом, потому что там получил образование Куста, точнее, он учился в гимназии. И Ставрополь называл городом своей духовности. И оказаться там, где начиналось дыхание новой осетинской литературы, было очень значительно. Все взаимосвязано. Все должно жить, подпирая друг друга в лучшем. Я очень благодарна Вадиму Бутазовичу за предоставленную новую надежду потрясающего существования моей профессии в этом мире. Вот уже более 700 лет по всему миру празднуется самый романтичный праздник года – 14 февраля, День Святого Валентина, который с особым волнением ждут все влюбленные мира. В Италии, откуда по одной из легенд берет свое начало День Святого Валентина, 14 февраля называют «сладким днем». Из названия понятно, что в этот день принято дарить конфеты, печенье и шоколадки в форме сердца.
Валентинки любовные послания четверостишия были впервые введены галантными французами. Кроме открыток сердечек, во Франции дарят белье, шоколадные муссы, конфеты, романтические путешествия, счастливые лотерейные билеты, нарезанные сердечками колбасу и розовые йогурты. Искусственные цветы с французским акцентом, бубнящие что-то вроде «Я буду любить тебя вечно». Также День Святого Валентина считается одним из удачных дней для предложения руки и сердца. Под шампанское и десерт возлюбленной притягивается красная коробочка с фиансой, так называемым кольцом на помолвку. Традиция подарить возлюбленному что-нибудь сладкое есть и в Америке. Раньше влюбленные американцы и американки дарили друг другу марципаны. Это был довольно ценный презент, поскольку марципан содержал сахар, который тогда стоил очень дорого. С 1800 года началось широкое использование сахарной свеклы, и американцы наладили производство карамели. В день Святого Валентина они выцарапывали на красно-белых конфетах соответствующие празднику слова. По традиции, с днем всех влюбленных поздравляют не только тех, с кем состоят в романтических отношениях, но и тех, кого просто любят – мам, пап, бабушек, дедушек и друзей. В Японии День Святого Валентина – это своеобразное 8 марта. В этот день подарки и поздравления получают мужчины. Им дарят всяческие мужские аксессуары, а также шоколад, который японцы четко разделяют на два вида. Есть шоколад гири – это обязательный шоколад. Его дарят братьям, коллегам, друзьям. А есть шоколад хонмей, который дарят только самому любимому мужчине. Месяцем позже в Японии наступает белый день, когда роли меняются и подарки и поздравления получают только женщины. В Германии Святой Валентин считается покровителем не влюбленных, а психически больных. В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное богослужение. Поляки 14 февраля посещают Познаньскую метрополию, где по поверью покоятся мощи Святого Валентина и находится его икона. Они верят, что это паломничество помогает им в любовных делах. Они поздравляют не только любимых людей, а и любимых домашних животных, лошадей, собак. Популярными подарками на 14 февраля в Англии считаются сладости в виде сердечек. В Голландии именно 14 февраля не считается зазорным, если девушка подойдет к мужчине и попросит его жениться на ней. Если сей высокий жест не будет оценен, то мужчина должен пенять на себя. Он должен купить девушке платье, желательно шелковое. Уэльс славится так называемыми ложками любви. Перед праздником влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и замочными скважинами и дарят друг другу. Такой подарок буквально означает «Ты нашел путь к моему сердцу». День Святого Валентина в Южной Осетии празднуют относительно недавно.
Это больше связано, наверное, с природной сдержанностью нашего народа испокон веков. В этот день принято дарить цветы и подарки в знак особого отношения. В этот прекрасный день мы вам всем желаем побольше любви и радости в жизни. Любите и будьте любимы. Любимец юго-остинской публики, певец-музыкант Суслан Кулумбегов и группа Acoustic Magic в День влюбленных представили свою концертную программу в киноконцертном зале Черменцхимвала. Суслан Кулумбегов после феерического выступления пообщался на пресс-конференции с журналистами республики и студентами факультета журналистики Юго-Остинского государственного университета, у которых творчество и жизненный путь известного соотечественника вызывают неподдельный интерес. Самый теплый прием у меня всегда бывает здесь, у меня в родном городе Цхинвал. И публика у нас самая теплая. Концерт прошел, мне кажется, очень хорошо. Зритель был очень теплый, моим музыкантам очень понравилось. Потом они очень воодушевленно после концерта меня все это обсуждали. И эмоции остались такие только положительные. Так что насчет концерта, вот, думаю, что все прошло хорошо. Студенты хотели. Да, пожалуйста. Читаю. Мы будем читать на пута. Кая больше доступ, мы его как-то больше. Мы знаем, что вы живете в Москве. Вот если бы у вас была возможность приехать сюда, ну вернуться сюда, вы бы вернулись. И, допустим, открыть ту же студию, ну, о которой вы говорили. Не в Москве, а здесь. Так что если будет хороший интернет, сейчас через интернет можно очень много чего делать. Даже записываться с музыкантами, если у тебя хороший интернет, я могу, грубо говоря, заказать кардио барабанов, там, саксофон, бас-гитары. Там, у меня может басист играет из Франции, а барабанщик из Америки. Это все делается через интернет, и ты дома сидишь, этот материал сам уже сводишь. Вот сейчас по последнюю песню, которую русскоязычную я писал, там «Девушка из сна», у нее даже есть в Ютубе, там у меня на клавишных играет Валерий Степанов. Это один из лучших сейчас в России пианистов и аранжировщиков. Я ему послал в MP3 формате полную песню. Он у себя дома открыл свои музыкальные и наиграл, скрипки записал, там пэды, рояль. Все это мне прислал, я у себя дома открыл, все это свел, и получилось. Не надо ехать на студию, все это сейчас делается в домашних условиях. Так что главное, чтобы интернет хороший, а вернуться сюда я не исключаю такой вариант.